Друзья, мы начинаем наш вебинар ежемесячный. Я хотел бы уточнить в первую очередь, как слышно, как со связью. Наташа, как слышно? Нормально? Друзья, все отлично, да? Ну, замечательно. Тогда я рад приветствовать вас сегодня. Пока что в онлайн-вебинаре, но вебинары проводят в любом случае, и раньше проводились, не проводились онлайн. Но у нас скоро будут очень интересные мероприятия, которые будут проходить уже не онлайн, а офлайн. И буквально вот последние полтора-два месяца в моем опыте было... Я просто получил огромное наслаждение, когда попадал к нашим предпринимателям Forever на их мероприятие. И скажу так, что это было грандиозно. Знаете, такое количество людей, столько энтузиазма, столько желания поделиться, услышать про Forever, услышать про успехи других, что я вам скажу, что рынок, вот все люди, они просто ждут возможности встретиться уже живьем, потому что ну, онлайн имеет свои ограничения. И скоро у нас будут такие события, будет такая возможность. Итак, одна из основных новостей, хочу сказать, что в этом месяце при анализе ситуации, прогноза того, что происходит в Украине с точки зрения заказа продукции, поставок продукции, скажу так, что с украинской стороны сделано все абсолютно. И я хочу объявить благодарность от вашего имени в том числе, нашим сотрудникам, в первую очередь Насте, Эле и Алексею Джуру, за то, что был правильно составлен форекаст, что было учтены все мельчайшие детали, о том, что мы проанализировали, включили в анализ очень много факторов, последние три месяца, тенденцию того, что есть, включили прошлый месяц. В смысле, прошлый год, этот месяц, анализ предыдущего месяца, который был. И все это вместе дало нам возможность сделать устойчивый максимальный заказ продукции для того, чтобы у нас как можно меньше мы ощущали перебои. Думаю, что всех вещей мы не получили, потому что действительно есть нехватка продукции, которая есть. И, к сожалению, такие моменты будут проскакивать, но скажу так, что ситуация у нас значительно улучшилась, она стабилизировалась, и по сравнению со многими компаниями, с тем, что происходит в традиционном бизнесе, в бизнесе компании прямых продаж, то расскажу, что мы себя чувствуем спокойно, уверенно и нормально. Я скажу так, что у нас есть планомерный рост. Да, мы растем там 10-20%, у нас есть продукция, у нас есть чем работать, и у нас есть уверенность в том, что и дальше будет только лучше. Поэтому можете быть спокойны в том, что у вас всегда будет инструмент, всегда будет поддержка компании, и можете на этот счет не переживать. Я вам гарантирую это. И сейчас мы переходим, наверное, к основным новостям. И основные новости – это... наше мероприятие, которое будет в сентябре. Сразу скажу заранее, что у нас будет три больших мероприятия. Мы хотим провести встречу, тренинг, обучение для супервайзеров, то есть те супервайзеры, которые квалифицированы, которые еще не были на тренинге, они приглашены, которые продолжают делать активность, тоже они приглашены. Те, кто хочет из супервайзеров приехать, они смогут это сделать. Мы просто собираем сейчас всех, все желающие. На следующий день, в субботу, у нас будет День успеха, который будет проходить живьем. И на следующий день, в воскресенье, для клуба 4 кредитные коробки, 5 кредитных коробок, мы сделаем мероприятие. Специально это будет такой командообразующий тренинг, это будет какой-то фуршет на природе, наверное, это будут шашлыки в непринужденной обстановке, мы сможем там пообщаться, обсудить, проговорить все моменты, поделиться опытом друг с другом, узнать мнение компании на те или иные вопросы, и наоборот, мы получим обратную связь от наших партнеров, и это будет очень важно. Ну, теперь более подробно.
То есть 24 сентября в киевском офисе состоится тренинг Supervisor Plus. Пока мы планируем это сделать в киевском офисе. На него приглашены все новые супервайзеры 20 и 21 годов. Тем, кто выполнил квалификацию на эту встречу Supervisor Plus, будет предоставлено проживание в гостинице и завтрак. Каждому квалификанту мы позвоним отдельно. Все остальные супервайзеры 20-21 годов приглашаются к участию за свой счет. То есть, что это означает? Что надо просто приехать, кому нужна гостиница, ее оплатить. Соответственно, участие в тренинге мы рассчитываем, что это будет бесплатно для супервайзеров. И мы организуем такой тренинг. Список квалификантов на тренинг Supervisor Plus размещен в группах и на сайте компании. Если кто-то хочет участвовать, пожалуйста, дайте вашу заявку для того, чтобы мы вас включили. Мы общались еще с нашими лидерами, и если есть пожелание, и кто-то хочет участвовать, может быть, даже более высокие уровни в этом тренинге, ну, пожалуйста, тогда давайте нам предложение или запрос такой, мы посмотрим, сколько людей, и рассмотрим это предложение. Но в первую очередь тренинг организован для супервайзеров, для того, чтобы дать то обучение, которое надо вот этим людям в настоящий момент. Потому что если человек менеджер, то его, наверное, интересуют уже какие-то другие вопросы, и ему надо не обязательно вот этот главный вопрос, о котором мы рассказываем для супервайзеров, не обязательно это наиболее актуальные темы для него. Так что, с другой стороны, если кто-то хочет со своими партнерами прийти на этот тренинг, то, пожалуйста, давайте заявку. 25 сентября у нас состоится День успеха. Итак, День успеха. Он будет в том же помещении, в котором мы проводили мероприятие. Это на Урицкого. Как-то этот, по-моему, клуб «Азис» называется, да? И, значит, что у нас в плане? У нас будет признание достижений, выступление лидеров украинского бизнеса, то есть все, кто квалифицировался, они будут иметь возможность выступить. Мы вспомним наши, наверное, высокие уровни, которые были вот в период, когда у нас был онлайн, мы тоже хотели бы их увидеть на сцене, вспомнить о них, мы вспомним о наших лидерах, мы будем говорить о новой украинской программе, которая состоится. У нас будет украинская программа в следующем году, в 2022 году. И, наверное, на Дне успеха мы сделаем анонс этой программы. Но сразу забегая вперед, еще скажу об этом, но вы помните, что для того, чтобы участвовать в этой программе, всем необходимо уже в сентябре сделать активность. Поэтому, если вы планируете участвовать в украинской программе, обязательно выполняйте активность 4 кредитные коробки. У нас будет в гостях польский директор Forever Польша Яцек Кандефер. Вы его помните. Яцек наш старый большой друг. И мы очень хотим, чтобы он к нам приехал и рассказал о том, что нас ждет дальше. Потому что Польша радует нас всех своими показателями. Когда-то Польша была чуть-чуть больше Украины, она чуть-чуть шла вперед, она чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед. Сейчас Польша устойчивый, постоянный, стабильный рост. И в этом году Польша растет, я сейчас не помню, 10 или 15% или 20%. И, вы знаете, это просто радует, потому что Украина это, вернее, Польша это сценарий Украины, ну вот, в ближайшей, наверное, перспективе. У нас также будет на Дне успеха торжественное награждение лидеров, которые у нас входят в клуб «Лидер продаж». Это люди, которые делают 12 не менеджеровских и 25 групповых объем ежемесячно, и это те люди, которые получат специальный приз на наши Дни успеха. И первым предпринимателям, которые стали участниками клуба «5 кредитных коробок», им будут вручены памятные призы.
именно на Дне успеха. Я думаю, что мы увидим эти подарки, и это тоже будет очень приятно. Это первые люди, которые сделали уже не 4 кредитные коробки, а 5 кредитных коробок в течение 12 месяцев. И на следующий день у нас уже будет, как я говорил, для я думаю, что здесь неправильно, не 6 сентября, а 26 сентября будет проведен такой пикник командообразующий. Но, наверное, уже на третий день люди будут уставшие. Я думаю, что скорее это будет обмен мнениями. И будет такая неформальная обстановка. Мы сможем поучаствовать в какой-то викторине или каком-то командообразующем мероприятии, которое мы попросим третью компанию со стороны организовать для того, чтобы мы немножко сконцентрировались, отдохнули и настроились на какой-то разговор неформальный. У нас будет общение, обмен мнениями, и ну, понятно, что будут какие-то интересные конкурсы, понятно, что будут вкусные угощения, но самое главное, что мы сможем проговорить неформально те моменты, которые нас всех волнуют, для того, чтобы бизнес двигался лучше, надежнее, стабильнее для всех наших партнеров. Ну и хотелось бы сейчас еще раз анонсировать те мероприятия, которые будет проводить компания в ближайшие месяцы, а может быть даже и больше. Друзья, в ближайшее время организуется ряд мероприятий, которые будут направлены на информирование рынка, новых потенциальных партнеров, старых потенциальных партнеров об одном замечательном продукте, который называется Active Pro B. То есть сейчас моя цель не дать тренинг об этой продукции, а просто рассказать о том, что в ближайшее будет очень мощная маркетинговая поддержка и коммуникация через все каналы, через наш сайт, через мессенджеры, через Facebook, через социальные сети. И очень хочется, чтобы вы поддержали и также рассказали всем вашим партнерам, и новым, и старым, и клиентам о замечательном продукте. То есть мы будем говорить в основном об этом продукте. Понятно, что у вас есть какие-то другие плановые мероприятия, вы можете приглашать на открытые встречи, можете рассказывать о маркетинг-плане, но сделайте, пожалуйста, акцент. И я думаю, что это будет такое наше общее усилие не только Украины, но и, я бы сказал, наверное, всего мира. Я знаю точно, что все европейские страны участвуют в поддержке, и мы хотели бы, ну, цель всего мероприятия, наверное, это поднять продажи. Но для нас с вами цель – это просто дать информацию нашим партнерам о замечательном продукте. Что будет включать информационная поддержка? То есть специальный вебинар у нас будет, который будет посвящен этому продукту. Он будет проводиться живьем, потом будет запись, его можно показать партнерам. Это будет специальный вебинар. У нас будет ролик о свойствах этого продукта. Будет специальная презентация для проведения тренинга, который вы можете включить в любую вашу презентацию. Первая часть может быть о каких-то бизнес-вопросах, или наоборот, можете дать в качестве продуктов именно презентацию про BIM. У нас будет большое количество картинок, изображений, информации о ингредиентах и преимуществах продукта, который Active Pro B. Также довожу до вашего сведения, что сроки этой кампании сентябрь-октябрь, то есть 2 месяца мы будем говорить вот о Pro B. Думаю, что мы подумаем еще как и попробуем, может быть, поддержать какой-то промо-акция еще эту кампанию, но во всем мире кампания, она больше такая коммуникационная, не связана с тем, что какие-то скидки дополнительные, какие-то акции, то есть весь мир будет говорить о том, что есть замечательный продукт, который, ну, наверное, еще до конца неизвестен всем, потому что продукт уникальный, и нам надо еще раз о нем заявить, вспомнить его, рассказать всем и сделать акценты правильные на этом продукте. Поэтому 2 месяца, они у нас называются сентябрь-октябрь, Pro B. Октябрь
Сентябрь, акценты. То есть в сентябре будем говорить в основном о благотворном влиянии Forever Active ProB на иммунную систему. И октябрь – это будет еще развитие данной темы. Это поддержка пищеварительной системы, которая является вторым мозгом нашего организма. Вот такой план. Для того, чтобы вы вот представляли себе, вы можете потом делиться с партнерами теми же самыми картинками, которые будут, но чтобы вы уже имели представление. Итак, друзья, хочу поделиться, у нас украинская программа, которая, ну вот в Прагу, наверное, сейчас было бы сложно всем поехать, но скажу так, что состоится программа и уже в это воскресенье. Подавляющее большинство участников, квалификантов украинской программы, мы все отправляемся в замечательную страну Грузия, которая открыта, и более того скажу, что подавляющее большинство решило таки участвовать, то есть невзирая там на риски, которые есть, все очень долго ждали этого мероприятия, и мы пошли на то, что мы сумели таки сделать тур, это будет самолетом перелет туда, то есть не автобусный тур, у нас будет нормальная хорошая гостиница. И все это мы настолько, ну, смогли сделать, чтобы это было разумно. Мы уложились в бюджет, который у нас был отведен, и мы сделали вот такую вот поездку. То есть будет 4 ночи, 3 полных дня. День прилета также мы прилетаем утром, то есть день не потерянный. И таким образом практически 5 дней будет солнечной Грузии. В основном будем находиться в Батуми, но у нас будет экскурсионная программа в окрестностях, наверное, не знаю, какой там радиус, но мы увидим много интересного. Поэтому ожидайте отчеты об этой поездке, смотрите новости ваших партнеров, и мы тоже будем освещать. Итак, замечательно. Украинская программа. Я уже говорил, 5 сентября отправляются. И 1 сентября, еще раз напоминаю, начинается квалификация на украинскую программу 2022. Основная часть начнется с октября месяца, но с 1 сентября помните, что активность, она является обязательным условием для участия в программе. Направление, куда поедут квалификанты, будет дано на дне успеха. То есть мы готовим, ну, такой сюрприз, не сюрприз, но да, в какой-то мере сюрприз, и мы хотим анонсировать следующую программу, которая, ну, знаете, в чем еще важность этой программы? То есть сейчас мы говорили с лидерами и неоднократно подчеркивали важность этой программы, потому что сейчас, когда, ну, вот рынок, может быть, еще только развивается, если мы были, наверное, на уровне Польши, наверное, ну, это было бы не так актуально. Но нам сейчас эта программа позволит привлечь новых партнеров, привлечь, может быть, новичков, тоже сделать шаги. И по большому счету, именно новички тоже могут участвовать в программе. Поэтому мы ожидаем, что у нас будет не только люди, которые давно в бизнесе участвуют в программе, но и новые наши партнеры. Да, ну я все сказал. То есть активность надо сделать в сентябре. Ну и совсем недавно, вчера, не сегодня, а вчера, руководством Home Office было объявлено место проведения глобального ралли 2022. Им стал, будет город Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов. Кто был, помнит, кто не был, есть возможность поехать. Ну, квалификация продолжается, поэтому замечательно. Мы уже сейчас понимаем, что компания делает все, чтобы сделать эту поездку возможной. Единственное, что пока мы говорим о том, что принять участие в этом ралли смогут только квалификанты на глобальное ралли и бонус президента. И это одна из причин, почему те, кто, ну, рассчитывает на свои силы, то есть действовать надо прямо сейчас для того, чтобы попасть на эту программу.
Не знаю, будут ли изменения, будут ли приглашены еще. Но пока на сегодняшний день из-за того, что коронавирус, мы даже, компания не планирует проведение общего мероприятия, потому что будут делить дистрибьюторов на какие-то кластеры, потому что большое, огромное собрание, в котором примут участие одновременно все дистрибьюторы Forever, оно несет риски. Поэтому компания очень серьезно взвешивает риск-фактор, сколько людей можно принять одновременно, какой зал для этого требуется, для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Потому что это, ну, очень важный фактор в проведении этих мероприятий. Компания не хочет рисковать здоровьем и жизнями наших предпринимателей Forever, сотрудников, и будет делаться все возможное для того, чтобы, ну, минимизировать все риски. Поэтому все относятся с пониманием к этому. Ну, в целом, новостная программа, которую я хотел сказать, она уже исчерпалась. Еще несколько есть моментов. Хочу поздравить одного нашего дистрибьютора, который попал в журнал Alloy Life мировой. Это очень здорово. Юлия Харченко. Поздравляем ее. Знаете, мы хотели, чтобы Украина участвовала, и когда вот послал Питер Бутс там предложение, кого можем выдвинуть. Мы выдвинули несколько кандидатов, их рассмотрели. Ну вот история Юли понравилась, это очень здорово. То есть Юля оказалась фотогеничная, и вот на сегодняшний день она является там лицом обложки этого журнала. Это очень здорово, мы рады, что у нас наш украинский дистрибьютор находится в этом журнале. Ну и скажу так, что благодаря вам, благодаря нашим сотрудникам, которые проявляют там спокойствие, уверенность, стабильность, знаете, можно пороть горячку, какие-то, не знаю, истерику и прочее. То есть мы планомерно, спокойно работаем. И мы уже начали работать, наверное, 70% сотрудников офлайн постоянно. У нас отдел маркетинга периодически, еженедельно, интерактивно мы приходим в офис, поэтому если у кого-то есть какие-то вопросы с маркетингом, можно договориться. И раз в неделю у нас, 2 дня в неделю у нас есть представители, 2 человека из отдела маркетинга. Все остальные сотрудники находятся в офисе. Я нахожусь постоянно онлайн и в офисе, то есть я тоже буду 2-3 дня находиться обязательно в офисе. И всегда мы на связи постоянно. И скажу, что вот с тем моментом, когда мы начали работать онлайн, у нас появились новые инструменты. Знаете, во-первых, мы не боимся того, что завтра скажут, что все, коронавирус, надо переходить опять в режим онлайн. Мы к этому готовы. То есть для нас предыдущий опыт является очень полезным, потому что мы можем, наверное, в течение там 1 дня изменить ситуацию и начать работать онлайн. Мы знаем, как это делать, мы уже это делали, и мы готовы к этому. Второй момент, у нас появились новые каналы коммуникации. У нас есть группы в мессенджерах, у нас есть группа 4 кредитные коробки, у нас есть топ-лидеры, у нас есть общая группа в том же наиболее популярном мессенджере на сегодняшний день, это Viber. Мы готовы к любому мессенджеру, но как бы Viber наиболее популярный, мы им пользуемся поэтому, потому что вы высказали пожелание. И вся коммуникация проходит, есть обратная связь, можно написать любому сотруднику, можно написать в личку, можно написать в конкретную группу или же группе сотрудников, поэтому вы можете это делать, пользоваться этой возможностью. У нас есть постоянная практически, ну скажем, горячая линия с каждым сотрудником, с каждым отделом, с каждым группой дистрибьюторов, поэтому, знаете, мы многому научились вот из-за вот предыдущего опыта, но скажу так, что сейчас наша задача, задача компании, вот если будет возможность, мы хотим мероприятия, которые проводятся живьем, потому что
люди уже очень устали, и я слышал и от своего руководства, слышал от наших лидеров, слышал от партнеров, что все уже, мы не можем, нам надо организовать какие-то встречи. Поэтому вот наше ближайшее мероприятие, которое будет Supervisor Plus, День успеха в первую очередь, ну и для клуба 4 креативных коробки, конечно, и воскресенье, это те дни, которые давайте вместе пригласим максимальное количество людей, сделаем не то, что полный зал, сделаем так, чтобы в зале негде было яблоко упасть, пригласим новых партнеров и сделаем это мероприятие успешным, ярким и красивым. Поэтому мы сейчас на связи с лидерами. Что касается обучения Supervisor Plus, я разговаривал с большинством наших топ-лидеров, и мы хотим их участия, хотим, чтобы они проводили именно те тренинги, которые нужны на сегодняшний день, и именно этой группе, которая называется «Новые супервайзеры». То есть мы не хотим расставлять акценты, делать тренинг обо всем и разных тем. Мы хотим дать главные темы, которые нужны именно супервайзерам. Поэтому просьба очень лидеров включиться активно вот в наш диалог. И мы ждем обратной связи от вас о темах и о том, что мы хотим дать и что мы хотим раскрыть. Компания на себя возьмет основные моменты. Мы расскажем о процедурах компании, мы расскажем кратко о стимулирующих программах, которые есть, но не будем углубляться очень глубоко, потому что супервайзеру в его позиции ему надо концентрироваться на каких-то определенных вещах. Это первые шаги к менеджерам, это какие-то базовые системные вещи, которые помогут ему сделать первые шаги и оказаться на следующей ступеньке карьерной лестницы. Поэтому мы не будем детально говорить там о программах, таких как бонус президента. Если кому-то интересно, кто-то хочет в течение года это сделать, он может. И шанс такой есть, но ему надо будет, наверное, поговорить со своими спонсорами, поставить цели. Мы же будем говорить о более предметных каких-то вопросах, которые нужны именно супервайзеру. Поэтому, дорогие лидеры, включайтесь, набирайте меня, мы сможем об этом проговорить и в Грузии, кто будет. И после Грузии, когда мы вернемся, мы будем говорить с нашими топ-лидерами для того, чтобы сделать правильный тренинг. Ну, еще одна из новостей. Мы хотим немножко, наверное, со следующего месяца поднять незначительно цены. На 50 копеек сделаем маленький такой шаг. Это 2% изменения цен. То есть мы планируем со следующего месяца чуть-чуть откорректировать цены. И это будет такой маленький шаг для того, чтобы снизить разницу между нашим внутренним курсом и коммерческим курсом, который есть в Украине. И это отразится также на вашем вознаграждении, потому что оно будет больше. И последний момент, что я хочу рассказать, наверное, вы ждете. И новости, есть последние новости, есть решение. Мы очень сильно думали, какое правильное решение для Украины. И мы проанализировали, я говорю сейчас о нашем веб-сайте. То есть мы точно знали, что мы не хотим глобальный сайт, потому что он не дает нам тех сервисов, которые нам нужны. И мы долго очень сформировали техническое задание, сделали тендер большой, в нем участвовало несколько украинских компаний, которые мы взяли на рынке. Они боролись за победу, у нас было совершенно разные предложения. Там вот компания, которая говорит, я вам все сделаю за 2-3 месяца максимум, за 3 копейки, были компании, которые говорят, мы все сделаем замечательно за 6 месяцев, это будет стоить вам, как минимум $100,000, там я условно говорю, да. И были компании, которые говорили что-то посередине. У нас нет эксперта, мы запросили экспертизу действительно внутри компании у нашего операционного директора Даяна. Они нам помогали, мы рассматривали, мы хотели принять правильное решение.
Мы также рассматривали возможность привлечения российской компании, которая сегодня сделала российский сайт и планирует его модернизацию в ближайшие там несколько месяцев. И после анализа всего, что есть, после анализа предложений, ответов на то техническое задание, которое сделал нам наш специалист, они выдали свое, эти все решения, они анализировались, и мы решили не рисковать, мы решили взять то решение, которое уже есть, которое уже работает. Оно формировалось в течение там, 10 лет, мы пришли к какой-то определенной точке, мы проанализировали вот на прошлой неделе, не, на этой неделе, буквально 2 дня назад у нас был вебинар, мы посмотрели, что наши украинские процедуры практически идентичны всем тем процедурам, которые есть в России. Если есть изменения, мы можем легко перейти на эти процедуры. Ну, единственное, там такие мелочи, как вот если проходит регистрация, то надо что-то купить. Ну, можно купить помадку, да, но это не есть проблема. Мы готовы это принять. Более того, это, наверное, даже будет хорошо. Кто-то из лидеров, может быть, скажет, а давайте не помадку, а давайте сделаем минимальный заказ для регистрации. Тоже есть основания, может быть, это будет и правильно. И это не есть вопрос. То есть сам факт, что это все мы можем принять, и мы готовы. Поэтому план будет такой, решение принято было, мы его поддержали. Все в офисе, мы уже прокоммуницировали, мы уже общаемся, все отделы общаются соответствующими отделами российскими для того, чтобы понять, как все организовано, проверить, можем ли мы это внедрить, процедуры у нас. Пока у нас нет никаких трудностей с этим. Единственное, что мы ждем вот от разработчика тогда российского сайта определенных шагов. Я думаю, что план уже есть. Возможно, они у них достаточно старый язык, который написан, поэтому они должны обновить вот то, что есть на сегодня, для того, чтобы было понятно, что мы можем переносить. Потому что если одеяло, оно, знаете, вот 10 лет оно служит, его где-то там подлатали, где-то его зашили, где-то оно держится. И вот оно есть, вот есть форма этого одеяла. Мы знаем, что это одеяло имеет какую-то толщину, и оно вот очень хорошо вот для данной температуры. Поэтому сейчас надо сделать просто вместо этого сшитого из кусков одеяла сделать одно более модное, современное, такое же точное одеяло, которое будет иметь те же самые характеристики, те же самые свойства, но будет просто новым. И вот потом это одеяло можно будет уже взять как основу и скопировать на другие страны. Мы, наверное, сразу же это сделаем. Срок, скажу так, что оптимистичный срок – это самое начало следующего года. Мы включимся, у нас уже будет все готово. Пессимистичный срок – это где-то, наверное, май месяц, а реалии – это где-то будут вот февраль, март, апрель. Поэтому будем ждать этого времени. Пока что наш сайт есть, существует, мы работаем в том режиме, в котором есть. Но решение принято, планы есть, мы готовы. То есть быстрее, наверное, это просто невозможно сделать. Поэтому план есть, мы с Олегом работаем вплотную, с Даяном работаем постоянно. У нас есть, в каждой стране есть, как бы вот Настя Харольская, Оксана есть, там, соответственно, у нее партнер в России, у нашего IT-специалиста есть там Антон Надин, который, ну, давно работает в компании, который будет нашим экспертом в данном случае для того, чтобы правильно прикрутить, сделать все процессы организованы между веб-сайтом и 1С, поэтому это будет огромная работа для нас. Мы ее сделаем, но решение принято, окончательный анализ сделан, и мы будем двигаться вот таким вот путем. Поэтому, ну что, я когда-то у меня были ожидания, что мы это сделаем быстро в Украине сами и сделаем, ну вот процесс все равно был, все равно мы должны были это сделать, и, наверное, компания взвесила риски, посмотрела и сказала, нет, мы пойдем таким путем. И надо было пройти эти 2 месяца или 2,5 месяца, вот этот этап, когда мы изучали, делали техническое задание, смотрели, это был неизбежный этап для того, чтобы принять правильное решение. Сейчас мы движемся вот тем путем, который я вам рассказал,
и сроки примерно, которые я дал. Ну, в конце сентября мы не запустим сайт, но в начале следующего года у нас заработает новый сайт, который будет отвечать всем нашим пожеланиям. Ну, вот так вот. В общем-то, я все новости рассказал. Друзья, если у вас есть конференц-зал «Оазис», спасибо. Я посмотрю сейчас «Ультрамарин», «Оазис», да, ну это одно и то же. То есть это вот этот зал, где у нас проходили все последние дни успеха, которые были. У нас есть адрес в объявлении. Я смотрю, есть ли вопросы. Если вопросов нет, то вам огромное спасибо за участие. Всем огромный привет. Помните, что наш трехдневный марафон в Киеве – это очень важно. Поэтому давайте его, во-первых, хотеть, ждать, пригласить партнеров и сделаем это событие очень ярким. Потому что те мероприятия, которые я видел у партнера, вы не представляете, когда люди приходят после месяцев, даже лет какой-то изоляции, которая была так или иначе, то, ну, это здорово. Благодарю за внимание. Я подожду еще несколько секунд. Если нет больше вопросов, то желаю всем хорошего дня и хорошего месяца. Всех поздравляю с 1 сентября. И ну, пока я вот еще ожидаю, могу просто сказать, что для нас тоже был, мы не понимали, к чему этот анонс, 5 дней, 4 дня, 3 дня, которые компания предлагала размещать по всему миру, и у нас гадали, что же это будет, мы говорили, нет, это будет, наверное, анонс компании Проби, нет, это, ну, изначально где-то кто-то сказал, я тоже был склонен к этому мнению, что мы объявим место проведения нашего глобального ралли. Так оно и получилось. Поэтому... А мы объявляем в сентябре наши глобальные мероприятия, где они будут приходить, и ждем вас. Если мы всех не можем вместить на Supervisor Plus в нашем зале, хотя у нас большой, просторный и хороший, мы найдем другой зал. Поэтому планируйте все мероприятия, которые нас ожидают. Друзья, всего доброго. До новых встреч!